Ты украл меня, и я здесь, чтобы украсть себя обратно. Не нервируй меня. Лишь один человек знает этот прием. Всегда мечтал об этом. Здравствуй, Анжелика. Здравствуй, Джек. Ты впечатлен? Кажется, пару раз я тебя чуть не убила. Я в восторге от подобной лести в такой искренней форме. Но зачем? Ты единственный пират, за которого я могу сойти. Это не комплимент. Не волнуйся, Джек. Я уже давным-давно тебя простила. За то, что я тебя бросил? Это я бросила тебя. Джентльмен не станет лишать леди приятных иллюзий. Слушай, воробей, ты же догадываешься, мои люди готовы мириться с любыми странностями, лишь бы им деньги платили. Ага. Есть одна странность, с которой я мириться не стану. Выдавать себя за меня может только капитан. Ну, для этого нужен корабль. И он у меня есть. Это утешает? Это радует. Говорят, ты побывал у Источника. Нынче от слухов спасу не стало. У Источника молодости. Дорожайшая Анжелика, не переживай. У тебя до увядания еще есть парочка лет. Ты мил, как всегда. Но я жду ответа. Да? А, насчет источника. Пустая трата. Миледи, там полно людей, похожих не на моряков, а на служилых.